Да, это Тимати, Крит и Джиган. И да, я сам этого не ожидал, но уж слишком сильно меня зацепил этот биток. Так что всем Rolls-Royce, пацаны. 192 удара в минуту наш BPM на сегодня. И видос будет, скорее всего, довольно длинным, потому что биток довольно интересный. Первым нашим синтом на сегодня будет Omnisphere и Patch Browser, Bells and Vibes, Ambient, In Memoriam 1. По-моему, это тот самый звук. И еще важный момент, это все-таки вольная вариация, потому что на 21 Savage желтая монета, и как следствие мало просмотров, так что теперь только вольные вариации. Окей, нам нужно чуть-чуть открутить эффектики. Эй, спринг немножко убавим, в B тоже. Еще давайте в B зайдем и немножко его убавим, потому что это просто шум. Он, конечно, офигенно дополняет атмосферу, нам нужно его прибрать, просто чтобы стало чуть почище. Мелодия у нас будет идти строго по четвертям и звучать примерно вот так. Вот так. И последняя четверть свободная. Теперь ее дублируем на вторые два такта и чуть меняем. Вот так. Да. Теперь можем ее с шифтом перетащить и Ctrl вниз на октаву вниз. И теперь можем отправить их на микшер Ctrl L. Half time, естественно. Микс убавляем до 40%. Такой офигенно глубокий звук получается. Но, естественно, FabFitron Pro Q3 нам нужно его немножко подрезать. Вот здесь вот эта дурацкая коробочная гундосость. Правой кнопкой мышки жмем Make Dynamic, чтобы чем больше этих частот, тем сильнее вырезалось. И еще в районе килогерца вот эти резонансы тоже правой кнопкой Make Dynamic. А скачать этот проект можно у меня в Инстаграме, ссылка на него в описании, просто туда переходите. Если вам понравится контент, который я делаю для Инстаграма, можете на него подписаться, я уж точно против не буду. А в профиле есть ссылочка, на нее нажимаете, и вот там будет ссылка на этот проект, можете скачать его и ковыряться в нем сколько угодно. Так что приходите в Инстаграм, если хотите, подписывайтесь, скачивайте проект. Если вам уже нравится эта мелодия, то можете и лайк этому видосу поставить. Перейдем к биточку. В новый паттерн переходим, и вот наш бит. Римшоты вместо снера, хай-хэт, вокс. Начнем с римшотов. И самое главное, как обычно, зажать и вовремя отпустить Ctrl-B. Теперь Ctrl-C, Ctrl-B на соседний. Тут есть тишина вначале, можем ее отпилить. И довольно длинный хвостик. Его по желанию тоже можете отпиливать, можете не отпиливать. Я вот так вот сделаю, чтобы он стал посуше. То же самое проделаю со вторым. И еще я хочу, чтобы более низкий был погромче, так что вот так сделаю. Теперь дополнительный снэр. Его в оригинале не было, но это вольная вариация, так что ворочу, что хочу. Здесь выберем одну вторую, Ctrl-U для этого звука. Правой кнопкой мышки тянем вниз и получаем. Теперь наверху выделяем, Ctrl-B. И в конце добавим трудон-тан-тан. Теперь кик. С киком все супер просто, делаем его погромче. И паттерн такой простой, что типа пум, тыщ, пум, пум, тыщ. Вот так. С хэтами тоже все незамысловато, просто выделяем, чуть убавим, Ctrl-B, па-па-па-па-па-па-пам. Ну, естественно, будет пара ускорений, вот так. И вот здесь вот выбираем 1/2, сократим в 2 раза, Ctrl-U. Ебой, да, как давно это было. Второй наш синт тоже будет из Omnisphere, естественно. Это будут не менее атмосферные колокольчики. Снова Patch Browser, Bells, Vibes. И я просто в восторге от атмосферности вот этого звука. Что мы с ним сделаем? Давайте Ctrl-C, перейдем в следующий паттерн. И на вторую Omnisphere Ctrl-V. Но поднимем на октаву выше. И еще Ctrl-B продлим. Закидываем этот паттерн в плейлист, выделяем его, нажимаем Ctrl-Alt-C, чтобы превратить его в вавку. Она появилась. Теперь мы открываем настройки, жмем Reverse, то есть разворачиваем ее, получаем. Поскольку это звук развернутый, то есть его начало стало концом, нам нужно вот сюда вот нажать на эту кнопочку Chop, то есть нарезать, Time Base, то есть на основе времени, и Chop in Bars. Располагаем его наоборот, то есть последний звук становится первым, предпоследний вторым и так далее. Прикольно, но смотрите, было бы круче, если бы к нему мы подмешали тот же самый звук, но на октаву ниже. То есть мы можем сейчас дублировать какой-то из его звуков с зажатым шифтом, нажать вот сюда вот и выбрать Make Unique, открыть его настройки. У нас, видите, смотрите, реверс сохранился, но еще дополнительно мы пич открутим на октаву ниже. И теперь повторяем ту же самую грамматию, Chop, Time Based, Chop and Bars. Звук стал гораздо интереснее, отправляем его на микшер, он отправился на третий канал. Второй клип нужно вручную отправить на третий канал. Накинем, естественно, Half Time.
И вот это уже совсем на 100% то, что нужно. Начнем прописывать 808 в паттерн с мелодией. Вот чуть-чуть поднастроили, то есть я сделал ему спад более сильным и чуть-чуть забустил. Почти полностью наш бас будет повторять тик и мелодию. И вот этот на октаву ниже. Вот эти два звука у нас дополнительные, то есть тут тика нет, но я их проставил просто, чтобы было прикольнее. Давайте Ctrl-X, перенесем это все дело в новый паттерн, продлим. Во, так прикольнее. Окей, окей. И в самом треке есть такой брэнг в начале на гитаре, и мы сейчас его тоже сделаем с помощью Picket Acoustic Melody для контакта. И построим аккорд до без терции на двух октавах. Непонятно сказал? Тогда посмотрите прошлое видео, там было подробнее про аккорды. Вот сейчас по подсказке загорелась ссылочка, либо можете дождаться конца этого видео и посмотреть после, так даже лучше будет. Аккорд до, вот он. Выбираем среднюю ноточку, поднимаем на октаву выше. Дублируем, точнее, на октаву выше. Еще нам нужно нажать Alt-S, чтобы он прынг. Еще, я думаю, на октаву выше поднять. Да. Теперь нам нужно этот звук тоже отправить на микшер и сделать на нем феноменальную обработку, а именно эко-бой от SoundToys, потому что в нем для гитары есть просто офигительнейшие пресеты, например, Distorted Spring Reverb, да. Прикольно звучит само по себе, но я хочу, чтобы было больше исходного звука, так что микс открутим немножко. После этого нам нужно повесить, конечно же, Valhalla Delay. Echoes Quarter Note и Tape Quarter Note Delay. Микс откручиваем, фидбэка добавляем. Ой, дофига фидбэка. И еще спред можем добавить. То есть, чтобы хвост был такой широченный. После этого вешаем RC20, потому что с RC20 круче все. Отключаем Noise, Wobble, Distortion и добавляем только Space. И очень сильно откручиваем низ. Ну и гейна добавим, чтобы просто погромче было. Так, теперь нам нужно спейса немножко дать и открутим хвост. Ну вот еще немножко убавил микса на дилее и достаточно. Теперь я хочу добавить маленькую красивенькую вишенку на торте. И она будет у нас взята из библиотеки Этноворлд для контакта Woodwind and Brass, то есть... Джига делает ветер. Инструменты, короче, которые делают ветер, нам нужны. Конкретно нам нужен вот этот. Пивана, флюти, ки. Вот он будет играть. Он поддерживает артикуляции. То есть, смотрите, вот тут вот ноты звучат вот так, а если переключить на такой режим, то они звучат уже... То есть, прикольно. И я хочу, чтобы вот последняя нотка была вот такой... А первые две обычными. Поэтому мы прописываем вначале обычную артикуляцию. То есть, нам нужно прописать Е2. Ну, потому что вот эта нотка Е2. Вот она. Е2. А там, где начинается у нас вот эта нотка, мы выставляем F-sharp 2. Теперь этот звук тоже отправляем на микшер, и на нем мы сделаем интересную обработку. Я понимаю, что, наверное, я вас уже немножко замучил этими обработками, но вот тут обработки прям необходимы, потому что нам нужно создать вот эту супер-мега-атмосферную грязную флейту. А мы ее сделаем в том числе с помощью Little After. Alter Toy, боже мой, какое дурацкое название, формата пичу убавляем. Вот он просто играет на октаву ниже. Теперь нам нужно VET немножко открутить. Причем это работает не так, как Half-Time. И VET выставим где-нибудь процентов на 75. И получаем вот это немножко испорченное сочетание нормального и этот вот грязность. Вот этого нам нужно еще усилить с помощью декапитатора. Потому что вот этот плагин для этого идеально подходит. Boost сразу где-нибудь на 6.5. Bright добавим. Вот это то, что нужно. Еще открутим немного низа. Ну, как немного, много. Это именно тот звук, который я хочу. Теперь нам нужно по вкусу добавить дилей и реверб. Quarter note tape delay. Спред на максимум, чтобы опять же хвост был широким. Микс, фидбэк. Микс чуть вниз. Идеально. Потом Valhalla Vintage Verb с пресетом Dark Play. Вот именно мы получили такой прям грязный-грязный, красивый-красивый звук. И я вновь чуть не забыл главную ебойную штуку для ебойности этого трека. Shift на хай-хетах. Крутим Shift. Теперь ебойность в безопасности. Е-бой. И чуть не забыл про этот вокс, который в конце нужен. И теперь все ударные бас скинем на микшер. И сейчас я проделаю пару простеньких обработочек, и после этого вам про них расскажу. Давай
Давайте начнем с основного инструмента. Я повесил на него дилей с таким вот пресетом. Это самый распространенный пресет в этом проекте. Спред 20 миллисекунд, чтобы именно немножко расширить этот звук. Еще, чтобы расширить, я повесил озонный мажор, стереоайз включен, бенд повышен до 247 и вот такие вот настройки. На втором инструменте куча всего. Delay, tape, 8 note, ping-pong. Mix 9% всего, все остальное не тронуто. Я понимаю, что лучше не создавать, чем решать какие-то частотные конфликты. Но в данном случае мне очень нравится это звучание, и поэтому я просто вырезал очень много низа, много середины. После этого ретро-колор, чтобы немножко подпортить этот звук и сделать его чуть пошире. Еще тремолатор от Sound Toyce, depth, то есть глубина его воздействия чуть меньше половины, и ритм 1/4 ноты. Мне кажется, что в данном случае вот эти обработки 100% оправданы, потому что звук складывающийся мне очень нравится. На гитаре, помимо того, что вы уже видели, я повесил только вот такой вырез килогерца и срез низа, а на флейту повесил всего лишь точно такие же почти настройки. Еще я создал групповой канал инструментов, и на нем J37 с моим любимым пресетом, у которого откручен нойз, и центр стерео с моими любимыми настройками, то есть вот так звучит сама мелодия. На 808 бас повесил эквалайзер, Natural Phase переключил и вырезал 200 Гц. На кике ничего, просто добавили громкость, и он чуть-чуть запущен. На дополнительном снэре ничего не висит. На одном римшоте Vintage Verb с пресетом Snare Hall. Вот я, смотрите, крутил Decay и Mix у него. И Imager. Бенд чуть выше 200 Гц, стереоайз включен, вот такие настройки, чтобы он стал пошире. На втором точно так же все, но микс чуть другой, с тем же самым пресетом Snare Hall, просто чуть другой микс. И Imager с точно такими же настройками, просто вот тут чуть побольше. На хай-хетах просто Imager, тоже стереоайз включен, тоже, ну, вы уже привыкли, наверное, к моим настройкам Imager, они всегда примерно одни и те же. На Vox я добавил Delay и Vintage Verb, чтобы получить вот такой звук. То есть, теперь капелька структурки и капелька мастер-обработки, но перед этим, естественно, все нужно раскидать по паттернам. Split by channel. Идем теперь в паттерн с основной мелодией. Split by channel. Перебрасываем в наш плейлист. Структуру я сделаю почти такую же, но чуть-чуть отличаться, короче, будет моя структура от оригинала. И давайте дублируем вот эту флейту, выделим фрагмент, Ctrl-Alt-C, для того, чтобы получить вавку. Дублируем ее, делаем Make Unique и одну из них опускаем на октаву вниз, чтобы получить. Потому что в самом треке оригинале вот эта флейта то играет нижнюю, то верхнюю партию. Еще я подобным образом сейчас поступил с нашей главной мелодией, чтобы получить. Это будет наш дублирующий звук, то есть он не постоянно будет играть. Я сделал немного иначе, чем в оригинале в треке. Там было больше пауз, но если делать паузы в бите без голоса, то звучит это как-то тупо. Еще я сделал немного другое вступление. Вот смотрите, я добавил ту же самую мелодию, зарендеренную на октаву ниже. Основная мелодия у нас выходит из-под воды с помощью ванного фильтра. Вот он, ванного фильтра, вот его автоматизация. Вступает так же, как в оригинале 808 бас и... То есть я постарался примерно точно повторить парты из оригинального трека. И вот тут вот... Вот эта часть, где джига делает ветер. Что это вообще значит? Джига делает ветер, ё-моё. Ну, короче, вот такая структура. Опять же, с ней вы сможете ознакомиться более подробно и поковыряться, когда скачаете проект. Проект в моей инсте, ссылка на инсту в описании. А вот сам биток вы сможете послушать на SoundCloud. На моем SoundCloud ссылка тоже есть в описании. И теперь самое главное, это озон на мастере. Как обычно, максимайзер я крутил сам на Vintage EQ минус 200 центов, 1,5 децибела. Все остальные пресеты подписаны у вас на экране. И вот и пришло время послушать весь этот биток. И перед этим, как обычно, напоминаю, что у меня есть большой видеокурс по битмейкингу от А до Я в стиле новой школы и трэпа, который в том числе подойдет и новичкам. Узнать о нем подробнее и заказать его можно у меня. Ссылка на меня тоже есть в описании, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если это видео показалось вам капельку полезным, чуть-чуть интересным или просто понравилось, то ставьте полностью заслуженный лайк. А если было неинтересно, бесполезно и вообще полная ерунда, ну что поделать, ставьте дизлайк. И самое крутое, что вы можете сделать для моего канала, это посмотреть другие видео на нем. Для этого дождитесь конца, посмотрите описание или просто нажмите на название канала. И на этом у меня все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Увидимся в следующем видео.